Петропавловске во время пожара в многоэтажке погиб 3-летний ребенок. Малыш отравился угарным газом. Медики пытались реанимировать его 40 минут. Пожар в городской высотке случился около 10 утра. Экстренные службы прибыли на место всего за 2 минуты. К этому моменту в одной из комнат горели мебель и домашние вещи. Площадь составила 25 квадратных метров. Женщину с 3-летним ребенком на руках спасатели застали в подъезде. Она выбежала из горящей квартиры. Мальчика мгновенно передали медикам. Вернуть его к жизни пытались сразу 2 бригады скорой. Но безуспешно. Матери погибшего ребенка потребовалась психологическая помощь. В причинах пожара еще разбираются. Сложности никакой не было. Тушили всего 12 минут. Но в связи с тем, что горели, тлели вещи, вот, мебель, очень много выделялось вот таких продуктов горения. Они непосредственно действуют на систему, тем более неокрепшую систему организма ребенка. И это, к сожалению, вот случилось то, что случилось.